Всем привет, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. И для любителей криптомонет сегодня я хочу поделиться автокраном по монете Вейс или Вавис, как, ну, такое вот название. Я думаю, все знают об этой монете. Монета неплохо стоит, 2 доллара с копейками. Регистрация на кране, пройдя по ссылочке под видео, очень простая. Просто вбиваем адрес как бы кошелька и все, и попадаем на такой вот кран. Так, значит, и это, как я сказала, автокран. После того, как вы войдете вот в кабинет, у вас здесь будет строка и написан ваш пароль. Обязательно сохраните, запишите пароль от крана. Мне он, ну вот я вот здесь уже некоторое время, с неделю где-то я работаю на этом кране. Видео я не писала, так и хотела проверить этот кран на вывод. Так, ну возможно, что понадобится как бы пароль. Обязательно здесь скопируйте и сохраните пароль сразу, так, потому что вот пойдут отсчет секунды, и за эти секунды нужно как бы его скопировать, он потом исчезнет. Так, вот он потом у вас будет, так, обновляется страничка, это всегда так. Минимум на вывод 1000 монет. Сегодня я проверила его на вывод. Все супер, кран платит. Значит, обратите внимание, вот эта вкладочка «Вывести вывод автоматически». Просто нажимаете, и монетка сразу поступает на биржу, кошелек Waze. Так, вот здесь, друзья, видео, инструкция посередине, обязательно к просмотру. Там всего, ну, минута где-нибудь посмотрите. Это обязательно просмотреть. Далее, в день набегает, ну, 200 монет. Я, вот он у меня открыт, я открыла вкладочку и занимаюсь своими делами, как бы. А вкладочка у меня просто открыта, я ее куда-нибудь в уголок задвину, все, так изредка захожу, только проверяю. В данный момент у меня уже 4 монетки, вот это вот баланс. Так, здесь, значит, партнерская ссылочка, кто захочет поделиться, нажмете «Мои рефералы», и здесь будут ваши партнеры. Так, далее переходим на сам Waze. Вот у меня, смотрите, мои 1035 монет я сегодня вывела. Значит, как их добавить сюда? Здесь регистрация, друзья, у кого нет вот этого, это биржа-кошелек, как бы, Waze, я оставлю ссылочку под видео. Регистрация здесь простейшая, только единственная просьба — все-все-все записывать. Там и слова секретные, и все на свете это нужно записать и сохранить. Далее что? Нажимаете вот на этот плюсик. И сюда что вы хотите как бы добавить? Вот здесь FVCAT пишите. И нажимаете как бы закрепить. Ну, у вас выпадет, и это все в видеоинструкции есть. Поэтому обязательно к просмотру. И у вас появится вот такая вкладочка FVCAT. И там же в видеоинструкции показано, как менять вот эти монеты, вот эти монетки, менять на монету Waze. Монета Waze на данном этапе она стоит 2 доллара 42 цента. Согласитесь, это неплохо. Но это уже кто интересуется как бы такими криптомонетами. И на бирже их можно обменять. И вот с этого баланса потом они перейдут вот на этот баланс. Ну, а потом там уже на доллары можно поменять как бы вот USD. Вот, в принципе, это все, что я хотела сказать. Монетка супер. Я вот показала, что доказала, что она платит автоматически. Ни подтверждений не надо никаких. Я как бы нажала,
вывести. И у меня вышло как бы зеленое окошечко такое длинное, что типа вывод минимум 1000 монет. И все. Больше я никуда не нажимала. И пока я открывала, заходила в этот кошелек свой, монетка уже, я захожу, монетка уже в кошельке. Ну, там, я не знаю, доли секунды. Это все. Ни подтверждений никаких у меня не было, ничего. Но вот обязательно вот видеоинструкцию вас перебросить на вкладочку. И вот эту видеоинструкцию, вот она, как бы обязательно к просмотру. Вот, видите, вот вывелись монетки, и вот здесь вам все это покажут. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Всем удачи, больших заработков. Кому интересно, друзья, пользуйтесь, собирайте. До новых встреч!